С 1 по 12 мая цифровое телевидение ТРК «Одинцово» будет доступно всем. 115 цифровых каналов, в том числе 9 каналов HD, будут идти в открытом виде, без кодировки. Акция действует для всех абонентов ТРК «Одинцово», подключенных к сети кабельного телевидения или соцпакету, и у которых телевизор имеет поддержку DVB-C. Если вы смотрите канал «Одинцово», то значит вы подключены к нашей сети и, следовательно, сможете смотреть цифровое телевидение. Никакого дополнительного оборудования и заключения договора на цифровое ТВ не понадобится. Вам просто нужно будет настроить цифровые каналы на своих телевизорах. Подробную информацию вы можете посмотреть на сайте www.1tv.ru.